Здравствуйте, друзья! Хочу быстренько сделать вам видео, что мы купили. Мы были в Амстердаме, в Ханафорд. Вот эти все продукты, вот эту половинку. Значит, это зелень 2 на 5, укроп 3 с чем-то доллара, это $1.79, силанто она называется, но это кинза, адирондак, вода, тоник, такой сыр, авокадо, называется Homestyle Guacamole, твердый чиз и мясо, говядина. И за это все мы заплатили 65.20. Так. Не видно. 65.20. Ну, не важно. Так, следующий. Ой. Следующая покупка из Walmart. Покупочка. Значит, вот эти булки. Я собираюсь пробовать сэндвич стейкс у меня есть. Буду делать с этими булками. Это я купила в Save a Latte, если помните. Значит, булки, 60 яиц. Цена яиц 6,50. Снимаю с телефона мужа. И немножко, наверное, по-другому. Вот эти фрукты замороженные, лук, летус, виноградное масло и кукурузное масло. Я все время называю подсолнечное, но это, естественно, растительное. И в Walmart мы $57 заплатили. Получается, это вся покупка. 50 и 60, 110, 112, где-то $113 обошлась. Вот это вся небольшая покупка. Из Ханафорд и Walmart. Все, ребятки, всем пока. До новых встреч. Не забывайте на меня подписываться. Большое спасибо.